Peace. Привет с района. Это ночь крыш, Rook's Night. И мы с пацанами собрались провести ее круто. В общем, мы сегодня целую ночь будем долбашить по крышам. Мы сотрудничаемся с каждым знакомым, которого мы встретили. И возьмем у него какую-то фичу. Плюс мы проверим теорию домофона. Значит, начинается. Сейчас. Давай. Now when the sun come up, I'll be there to say what up in the morning. Brush my teeth, find that clip. Buenos dias, amigos. Мы зараз на даху ТЕК Сільпо або гостиниця Черкаси. І, ну, в общем, за мною прапор, всі діла там, площа Леніна. Feeling like I'm Peter Pan, minus the tights and the birds. Happy to see how far I've come to the same place. It began my dreams, imagination. Мы сейчас будем проверять теорию управления, и мы, в общем, все из управления, и пришли в 12 часов ночи проверить. Здравствуйте, мы из управления. Откройте, пожалуйста. Какое управление, час ночи? В общем, и какое управление в час ночи, понимаете? Здравствуйте, это из управления. Откройте, пожалуйста, дверь. Чего? Из управления. Какое время? Ну, да, извините. Откройте. Очередная крыша, довольно-таки простая, но нас попалил какой-то чувак, наорал на нас, поэтому Мэтт не поднялся на эту крышу. Ну и, в общем, мы будем продолжать наш Roof's Day, Roof's Night. Сейчас мы находимся в лифте последнего дома на сегодня. И перед этим, буквально несколько минут назад, с нами приключилась интересная история. Беда. Мы, короче, пробовали залезть, ну, на дом возле мэрии, и там вылез какой-то мужик из окна, когда мы залазили, и из-за этого мэр не смог залезть. Я прикинулся статуей. Когда мы с Фениксом слазили, он какого-то хера начал тыкать в нас гарпуном, и молот... Ну, подводным ружьем. И мало того еще, что он тыкал, просто он еще говорит, стой, буду стрелять сейчас. Не, ну это стрёмно. Конец The Roof Night. Мы классно потусили, повисели. Мы тупо миллион километров, десятков тысяч, сотен миль километров обошли. Марина, ты была красотка. Спасибо. Peace, love. Давай еще раз. Добрый.